Доброго всем дня, друзья! Сегодня я предлагаю гадание на тему «Стоит ли мне отправляться в поездку?». Гадание мы проводим на старших арканах колоды Таро. Итак, сейчас буквально 3 секунды времени даю на то, чтобы вы выбрали цифру от 1 до 5. Я надеюсь, выбор вами уже сделан. И сейчас я буду открывать карты и рассказывать, стоит ли отправляться в поездку. Итак, для тех, кто выбрал цифру 1, выпадает карта Иерофант. Здесь можно ответ дать следующим образом. Если это поездка куда-то по учебе, по работе, в какое-то социальное, медицинское учреждение, вообще в любую официальную организацию, то поездка имеет место быть, и поездки по делу, поездки, которые необходимы, которые положено совершить, пройдут нормально. Для тех, кто выбрал цифру 2, стоит ли совершать поездку? Не стоит. Если у вас есть возможность отказаться от этой поездки, то лучше от нее отказаться. Для тех, кто выбрал цифру 3. Поездка будет благоприятной. И даже больше могу сказать, если вы собрались за границу или в далекую поездку, многодневную, то она пройдет великолепно и ехать можно без опаски. Поездка пройдет замечательно. Для тех, кто выбрал вариант 4. Ехать можно. Поездка пройдет в штатном режиме, в обычном. Вариант 5. Вариант 5, конечно, ехать можно, поездка пройдет абсолютно благополучно. И более того, если вы собрались на курорт, куда-то к солнышку, к морскому побережью или в горы, тоже замечательно, можно ехать и отдыхать. Эта поездка принесет вам хорошие эмоции, хороший результат. Вот такое гадание, стоит ли мне ехать туда, куда я собирался. Всем удачного дня, всем хороших поездок, всем благоприятного разрешения всех ситуаций. Всего доброго!